Presiden Rusia Vladimir Putin mengultimatum para pembeli gas Rusia untuk membayar dengan mata uang rubel mulai Jumat 1 April 2022. Putin mengharuskan pembeli gas Rusia membuka rekening rubel di Bank Rusia. Dari rekening inilah pembayaran dilakukan untuk pengiriman gas mulai 1 April. Apabila pembeli menolak syarat yang diajukan Moskwa, pasokan gas akan dihentikan. Penghentian pasokan itu dapat mengakibatkan Eropa kehilangan lebih dari sepertiga sumber gas. Negara-negara Eropa, terutama Jerman yang paling bergantung dengan gas Rusia, bersikukuh tetap membeli gas Rusia dengan mata uang euro. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Вновь подчеркну, в ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. Риски существующего положения дел для нас, конечно, неприемлемы. А если смотреть на вопрос в комплексе, то перевод расчетов за поставки российского газа за российские рубли – это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана. Увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами.